Доверять, но проверять, даже если речь идет о собственном ТСЖ. В отношении председателя одной из ивановских организаций на прошлой неделе было заведено уголовное дело. Прокуратура Ленинского района сообщает, руководитель ТСЖ «Кондоминиум» ДСК-3 обвиняется в присвоении средств, собранных жителей в счет оплаты коммунальных услуг. Недобросовестному распорядителю деньгами собственников может грозить до 6 лет лишения свободы. Председатель приняла на работу своего родственника на должность электрика в ТСЖ, который реально 3 года не выполнял данных обязанностей и был формально устроен на данную должность. Зарплату, которая ему прочиталась, присваивалась председателем, и в течение 3 лет данная сумма составила более 225 тысяч рублей, которые были собраны, соответственно, с жильцов в счет оплаты коммунальных услуг.